Як ви ставитесь до заяв Олександра Лукашенка щодо коронавірусу та карантину? Запитання з Одеси від Олександра. Ну, я уже сказал, частично ответил на этот вопрос. Мне вообще Лукашенко нравится. В нем есть такой стержень. Я люблю таких людей, политиков со стержнем. Но он мог здесь совершить роковую ошибку, которая может ему стоить поста. Поживем, увидим. Ви ставитесь до нього позитивно, але ж він такий жорсткий, жорсткуватий навіть політик, який довгі роки залишається при владі, і сподіватися на швидку зміну не варто, правда ж? Ну, это не мне надо об этом думать, а белорусскому народу. Белорусский народ же это устраивает. Почему я должен влезать со своим уставом в чужой монастырь? Это первое. Второе, мне нравится типаж Лукашенко. Крепкий такой мужик, умный. Умный, от сахи, такой крестьянский ум. Я люблю таких людей. Они простые и понятные.